Всеми любимые спортивные соревнования «Северное сияние» в очередной раз проходят в Ненецком округе. В прошлом году праздник не состоялся из-за пандемии, но в 2021 он снова с нами. Первый день соревнований на лыжной трассе побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Елизаветы Кабановой. Вот уже более 50 лет в нашем округе проходят лыжные гонки «Северное сияние». Спортивный праздник посвящен памяти Ивана Иосифовича Чупрова. Сейчас он полностью, конечно, стал как спортивный праздник по лыжным гонкам. Ранее он был, конечно, раньше включал много разных видов спорта. Но вот на данный момент мы это все перешло только в лыжные гонки. Но этот праздник наш традиционный, поэтому мы его всегда проводим. В этом году «Северное сияние» началось 9 апреля. Открывали спортивный праздник ребята, которые обучаются в школах. Как с нами поделился Евгений Шестаков, на соревнованиях участвует около 300 школьников. О своих эмоциях от спортивного праздника нашей съемочной группе рассказали участницы первого забега среди девочек. Это соревнование, где можно типа насладиться радостью и повеселиться. Было не очень, потому что на трассе были лужи. И очень тяжело ехать. Ветер сильный. Несмотря на тяжелые погодные условия, детский смех и радость от спортивного мероприятия можно было услышать со всех уголков трассы. Кто-то одалживал кому-то палку, кому-то отдавали перчатки. Такие соревнования проводятся не только для личного результата юных лыжников, но и для сплочения ребят. Ведь среди участников есть не только школьники со спортивной подготовкой, но и любители. На самом деле, лыжи очень хороший спорт. Развивают там ноги, хорошо выветривается все из головы, когда хочется развеяться чем-нибудь. Очень хорошо на лыжах покататься. А ты профессионально лыжами занимаешься? Нет, так, для любителей. Многие выбирают этот вид спорта, потому что им нравится природа. В лесу тихо и спокойно, тебя окружают красивые деревья, а на трассе сопровождают птицы. Но вот Тимофей Чуклин выбрал лыжи по другой причине. Я ходил в бассейн, и когда я пришел домой, я включил телевизор и увидел, как занимаются биатлоном, катаются. И мне очень понравилась их техника, как они катаются. И я подошел к маме и сказал: «Мам, можно я буду заниматься лыжами?» Спортивный праздник будет продолжаться и на выходных. Самые многочисленные забеги ожидаются в субботу. В воскресенье будут проходить соревнования для взрослых. Также в субботу все желающие могут сдать нормы ГТО. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».